сделал вот такой прикольный гаджет, который можно использовать на разных вечеринках, тематических и просто для того, чтобы порадовать себя, посмешить друзей. Это визуализатор ваших эмоций, визуализатор вашего отношения к другим людям, работающий на радиоуправлении. Его можно носить как часы на руке, например. Вот сейчас я положу вот, да, на руку, привязать это как бы к руке. Можно носить на шее как некий кулон. Можно повесить на пояс себе, можно прикрепить на руку, на ногу, на шею, на голову, куда угодно. То есть у него 4 ушка и шнурки от ботинок. Одна единственная кнопка, которая включает и выключает девайс, и пульт радиоуправления с 4 кнопками. Вот. Соответственно, у вас 4 различных степени отношений к другому человеку. Допустим, вы подходите к другому человеку, нажимаете кнопку, мы сразу видим, что он вам не нравится. Нажимаете другую кнопку, горит зеленый свет, мы понимаем, что он вам нравится. Нажимаете третью кнопку, горит синий цвет. Ну, тут каждый думает в меру своей испорченности. Нажимаете четвертую кнопку, загорается желтый. Типа мы не определились, непонятно, нравится вам человек или не нравится. Вот, соответственно, пульт можно носить в кармане, и для человека, для вашего собеседника на вечеринке реакция каждый раз будет неожиданной, сюрпризом, потому что никто же не будет видеть, что вы нажимаете. Вот такой вот веселый новогодний гаджет с одной кнопкой. Вкл, выкл.